парковаться на землю. Бегом. Здравствуйте, гости славные, гости славные, долгожданные. Рады видеть мы вас в этот светлый день, в этот светлый час. И для нас-то, конечно, праздничный. А для вас? Да! Я не понимаю, почему я не слышу у вас тоже ведь криков о том, что наконец-то на улице замечательная погода. Кричим ура, каникулы 3-4. Ура! Компании из области танцевали, какие гости собрались, бах, как наряды удались. Особенно мне нравится, когда вы ходите босые. Вот, здравствуйте, гости, здравствуйте. Ну что, не грустите? Нет! Как вам в лагере живется? Хвастайте. Плохо. Хорошо. Придется тому, кто живет плохо, зацеловать того до смерти. Честь и место, стул и кресло. Праздник наш необычный. Вы народ вполне приличный, даже очень симпатичный. Вы мне рады? Да! А чтобы было веселей, приготовила для вас я много праздничных затей. Но для начала мне хотелось бы вас всех проинтервьюировать. Скажите, а вы сюрпризы любите? Да! Так, ну а теперь самое главное. А какие вы сюрпризы любите? Маленькие вот такие? Или вот такие? О-о-о! Я не понимаю, покажите, пожалуйста, раскиньте свои потрясающие руки, покажите, какие сюрпризы вы любите. И о-го-го, скажите. У нас для вас сегодня нет, а есть один большой сюрприз. Дамы и господа, полюбуйтесь, пожалуйста, в ту черную точку, видите? На данный момент самый потрясающий сценарий про ваш летний лагерь, решили отыграть на данный момент самую яркую главу под названием «Голливуд отдыхает, когда летний лагерь танцевальный на каникулах зажигает». Как известно, кадры в фильме решают все. И вы, уважаемые друзья, сегодня будете являться самыми яркими в мире кадрами. Самое главное у нас есть. Потрясающие, милые, чудесные, радужные, улыбающиеся ребята. Осталось самое последнее. В интерактивном реалити-шоу нас собирают режиссеров, операторов, декораторов, художников по костюмам, художникам по свету, звукорежиссеров, операторов, каскадеров, продюсеров, массовку и снять настоящий фильм. Ну что, вы готовы? Да! Я! Каблуки, от них дырки в полу. Милана, ну почему на джинсах дырки? Мода такая, почему не на носках, не на колготках? А не знаю я. Ну, в последнее время я закрутилась на работе. И кем ты работаешь? Балериной. Девушка, дайте угадаю, кем вы работаете. Вы балерина. А как вы догадались? Просто вы в автобусе ногой за поручень держите. И что мы сейчас слушали? Танец «Золушка». И что она танцует? Она танцует... Брейк! Я не могу пойти на бал. А почему? Потому что он завтра. Балет – это когда все актеры ходят на цыпочках, чтобы не разбудить зрителей. Ты откуда такой белый? Из Череповца. А у вас там что, лета нет? Да нет, лето-то есть. Просто я в этот день был в танцевальном лагере. Похудели к лету, теперь мерзнем, как дуры. А у нас спонсор этого лета – невероятное путешествие. Невероятное путешествие от дивана до холодильника. Когда летом у Николая Валуева отключают горячую воду, он становится нечистой силой. А я летом отдыхал в Испании дикарем. Корты, бассейны, пляжи. А почему дикарем-то?
А ты бы видел, как я там себя вел. Продиктуй мне слово мышь. М-ы-ш. А на конце-то что? Хвост. Тимофей, а как в лагере мы можем защитить себя от болезней, передающихся от насекомых? Не кусать их. Ну и где была написана декларация независимости танцевального лагеря? Внизу страницы. Вика, где находится Суэцкий канал? Ты не знаю, у нас такого по телевизору канала нету. На каникулах папа водил меня в зоопарк. Ну и? Но меня туда не взяли. И папа увез меня обратно домой. Ура! Каникулы! А у Славы ничего. Ура! Каникулы! Ого! Это педагоги каникулы радуются больше, чем детям. Дорогие родители, живу я хорошо. Вчера у нас были соревнования по боксу. Зубную щетку, пасту и другие ненужные предметы высылаю домой. Дана, а тебя пригласили на танец? Ой, нет, я еще свободна. Ну тогда подержи рюкзак. Что ты меня крутишь, как сумасшедшая? Это же медленный танец. Да? А на последнем написано 33 оборота в минуту. Своим танцем вы меня просто поразили. Да? А я плохо танцую. Зато смешно. Дашка, ты что так быстро танцуешь? Это же медленный танец. У меня времени мало. Сейчас потанцую и домой побегу. Должна быть у девочки какая-то загадка. Ну, например, где у нее талия? Талия есть у всех. Только у кого-то она выпуклая. Настя, а есть у меня какой-нибудь талант? Да, талант у тебя есть. Вчера на спектакле видел твою девушку. Она так кашляла, что весь зал оборачивался на нее. У нее что, бронхит? Да нет, у нее новое платье. Юлька, а что Данилка всегда такой сонный? Так это в нем таланты дремлют. Кастинге, тот и будет являться первооткрывателем для нашего фильма и в нашем фильме сыграет одну из самых главнейших ролей. Поэтому, внимание, посмотрите друг на друга, улыбнитесь быстрее. Начинаем с самого главного. Вы все время танцуете, а мы сейчас будем говорить. Рассказывайте мне про улыбки всех ребят, которые находятся у вас в лагере. Внимание! Ответы принимаются по вытянутой руке, только когда я на вас показываю, иначе я вас не слышу. Тот, кто будет самый оригинальный и выиграет в нашем конкурсе. Поехали! Улыбки у ребят какие? Добрые! Молодец, быстрее! Счастливые! Молодец, быстрее! Добрые, красивые, ну, улыбчивые, радостные! Одну улыбку! Внимание, каждый раз надо нового поднимать руку. Давай. Радужные! Радужные! Неповторимые! Молодец! Красивые! Молодец, влюбился? Да. Отлично! Веселые! Да, стоп, погодите! Добрые, веселые! Вы рассказываете про какой-то другой лагерь, про пионерский, в Рощино. Ваш лагерь совершенно необычный, поэтому и улыбки должны быть оригинальные. Поехали. Танцевальный. Танцевальный. Это как это улыбка танцевальная? Это когда у меня большая растяжка вот такая, ясно, да. Оранжевая. Оранжевая, раз. Это когда вообще никто не чистил зубы такой ходит, да. На ушей. Улыбка на ушей, раз. Быстрее. Улыбка маньякая. Маньяка-маньячная, раз. Улыбка экстравагантная. Молодец, экстравагантная, раз. Экстравагантно, два. Сейчас он выиграет в конкурсе. Быстрее, быстрее соображаем. Экстравагантно, три. Аплодисменты победителя выходит быстрее. Ну и давайте молодого человека сюда пригласим, который прямо вообще сдержаться не мог, как начал говорить о вас такие добрые, нежные слова. Добрые, милые, красивые. О ком рассказывала, не понимаю. Выходим, встречаем молодого человека аплодисментами. Громче! Ну а теперь страна должна знать,
своих героев, я, собственно говоря, тоже. Как тебя зовут, Пузанчик? Владислав Евграфов. Приятно. Как? Владислав Евграфов. А, понятно. Вас? Георгий Сурманиза. А, отлично, я все равно не запомню. Так, ну а теперь вам. Я каждый раз вас буду спрашивать. Вот вам предстоит сыграть главную роль, да? Вот, ребят, скажите мне, пожалуйста, вот когда корабль на воду опускает, а его борт разбивает бутылку шампанского. Космонавты, когда в космос летят, они не моются, потому что, ну, если помылся, значит, в космосе останешься, а домой хочется вернуться, поэтому они поэтому не моются, чтобы домой вернуться и помыться там. Что необходимо сделать, чтобы открыть от съемку фильма? Молодец! Можете вот так вот вытянуть ручки и поцеловать себя. Муа, какой я молодец! Муа, молодец! Муа, молодец! Муа, молодец! Вам предстоит разрезать праздничную ленту. Поехали, режем! Благодатную роль вы будете играть роль хлопушки, дубликатора. Это та штуковина, которая отсчитывает кадры. Она существует на самом деле для синхронизации звука и видео в кино. И с момента, как ударяется хлопушка, потом можно отрезать, вырезать. Но если кто-то что-то накосячил, держи. То ее задача входит такая штуковина, бум, и говоришь, хлопайте, друзья! Друзья, господа, мы обмороки приготовились. 3, 2, 1, включи! Меня зовут Евграф Владислав, всем отличного настроения. Сейчас летние каникулы. Посмотришь в окно? А нет, зимние. Правильно, чем занимается режиссер? Снимает. Снимает. Нет, снимает оператор, вот он, кстати. Режиссер, все помогает. Нет, нет. Командует. Нет, командует командир. Он помогает. Он со стороны. Придумайте. Сценарий пишет сценарист. Быстрее. Придумайте. Вот теперь смотрите, смотрите. Он руководитель. Чем он занимается? Руководитель. Нет, а точнее, по действию. Руководитель. Руководитель. Правильно, водит руками. Внимание, задание. Вы сейчас вскакиваете. И тот, кто будет талантливее всех водить руками, будет назначен режиссером. Вот и все. Понятно? Так, быстро, сосредоточились. Придумали наиновейшие способы вождения руками. Хорошо? Кстати, между прочим, талантливый режиссер водит еще и ногами, головами, глазами, животами. А мы посмотрим, кто из вас здесь самый талантливый. Приготовились на старт. Внимание, зажигаем! Дети, я уже вижу, у нас дискотека в доме престарелая. Давайте что-нибудь поталантливее. Поехали! Зажигаем! Веселее, смотри, смотри, давай, давай, молодец! Руководитель. Если он водитель с правилами какого движения, он должен быть знаком. Водитель. Правильно. Внимание. Смотрим. Тот, кто ни разу не ошибется, тот и будет у нас режиссером. Но знает правила дорожного движения. Приготовились. Водитель. Как только я говорю красный, сидите, будто вас зимой приморозило. Как только говорю желтый, хлопайте в ладоши. Поехали, желтый. Зеленый, зажигаем. Лучше, молодцы. Вас чего, парализовало здесь прямо по центру программы? А я взяла бы памятники. Вы памятники, молодцы. Какие, на ваш взгляд, качества должны быть присущи человеку, который будет среди нас самый главный? Ну, руководитель, выходите, пожалуйста, молодой человек. Каким еще это режиссер должен быть? Поехали быстрее. Внимательным. Выходим внимательно, моя очаровательная. Что? Какие? Терпеливые. Выходи, пожалуйста. И аплодисменты. Ну, раз у нас непонятно, кто выиграет.
выиграет, вы сейчас отправляетесь на голосование. Что, внимание, да-да-да, это вам бюллетени для голосования. Сейчас, значит, вы каждому ребенку будете собирать смайлики, ну, то есть улыбки, да? Внимание, ребят, поломайтесь, пусть они поуговаривают, да, вас, чтобы за них проголосовать. Тот, кто за короткий период времени принесет на своих листочках большее количество смайлов, причем маркер я им не дам, пусть как хотят, так и рисуют. Ребят, вам надо пообещать им такую вселенскую зарплату, можно, можно обниматься, целоваться, как угодно. Главное, чтобы за короткий период времени... Пять всего лишь. Такое ощущение, что ты бегал под диким лесом. Да. Или ты у кого-то кого упрашивал очень сильно сопротивлять. Ой, отлично. Ты столько смайлов насобирала, столько и народу нету. Причем один смайл грустный. Кто нарисовал грустного ребенка? Кто? Серьезно иду целовать тебя? Внимание, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Очаровательные девушки, аплодисменты. Не знаю, как это будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Аплодисменты. Молодец. 1, 2, 8, 9, 10, 11. Аплодисменты. А у нас два режиссера, которые претендуют на главное. Да, да, да. И аплодисменты девочкам. Как второй, дубль первый. Ну, Глебова, не знаю теперь, что тебе делать. Каскадер заболел. Теперь сама расхлебывай этот суп. Свободные актеры, все в зал. Зрители играть у меня будете. И чтоб зевать как следует, не халтурите меня. Должны быть звезды. Вот сейчас и посмотрим вообще звезды у вас присутствуют. Внимание, начинает телекомпания победительница. Сейчас мы устраиваем перетанцовку, ну, как бы вы знаете, что такое батл, да? Это как раньше в старину. Деревня придет к одной деревне в гости и выпендривается перед друг другом. Нынче стали модно называть. Это батл. 3, 2, 1, компания Насти, поехали! Катя! Давай! 3, 4! Давай, поехали!
бумаги, на котором актеры читают свои роли. Сценарий! Сценарий! Кто пишет сценарий? Сценарий! Сценаристы, которые не только плохо, а плохие сценарии пишут, они пишут их мыльными операми, представляете? Снимем 600 серий и все, и состаримся уже. А у нас лето-то короткое, мы живем-то, понимаете, практически на севере. А потому нам нужен самый лучший в мире сценарий. Внимание, задание. Но нынче сценаристы такие пошли, они не только плохие сценарии пишут, они вообще буквы не знают. Кстати, как у вас с буквами? Хорошо. Хорошо. Внимание, отлично. Внимание, задание. Сейчас, быстро, мы перестраиваемся по алфавиту, по первым буквам своего имени. Внимание! Соответственно, ваша команда в отдельности, ваша команда в отдельности. У кого имя начинается на А, Б, В? Вот сюда в начало. У кого на Я? Все туда. Внимание, чья команда не ошибется, та и выиграла. Проверите, пожалуйста, вот эта команда, она малочисленная, чтобы было по алфавиту в ту сторону. Вот и ошибки считать. Приготовились, называю свои имена, я проверяю вашу компанию. А. Алина. А. Как? Алина. Да. А. В. А. В. Г. А. В. В. М. М. Н. Р. С. 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 Юля. Е. Юля. Внимание, они выиграли. Вы все лучшие, вы все сценаристы, да. Вы все очень быстрые, вы молодцы. Но сниматься будет самый-самый, поэтому задаю вопросы из этого самого-самого. Самая веселая цирковая профессия. Клоун! Ты снимаешься. Поехали, еще следующий человек. Сейчас, спокойно. Два шага назад, быстро. Самая вкусная защита от кариеса. Шоколад. Шоколад, паста. Жвачка. Шоколады. Внимание, все остальные быстро подготовлены. Кадр третий, дубль второй. Женька, я такой классный сценарий написал про тебя, про себя, про наши с тобой отношения. Тебя, конечно, там в самом начале убьют. Настя, а ты «Сумерки» любишь? Нет. А «Дом-2» смотришь? Нет, ни разу не смотрела. О, Господи, выходи за меня замуж. Владимир Валерьевич, не сбейте. Поехали. Однажды щуку мы поймали, распотрошили, а внутри... Почему? Внутри это в пузе, там цифры нет. Там три есть. Нет, внутри. Распотрошили, а внутри... Ребёшек мелких, но ещё дали, да не о том, сел. А сели, все прием, все. Ну и что, всё? Кадр четвертый, дубль первый. А сколько человек в массовке? 10 000. Вы меня разорили! Да вы не волнуйтесь, я приказала во время съемок стрелять настоящими снарядами. Фух. А у нас новости. В американском кинопрокате на ура пошел фильм «Приключения электроника», а американское название «Юнас Терминатор».